Сегодня международный день биологической разностайности. Сярод основных мет этого дня – борьба с инвазивными растлинами. Непосредственно в Гомельской области наибольш значную погрозу для мясовой флоры представляет борщевник Сосновского и канадский сумник. Об мерах, которые принимаются по их знищению, материал наших корреспондентов. У 60-х годах минулого стагодия с борщевником Сосновского связывали великие надеи. На думку тогочасного керавництва сельскохозяйственной галины, эта растлина повинна была вырешить проблему с обеспечением живелогадовчего комплексу кормами. Их знаумысно завезенного на территорию Беларуси борщевника сапраўды отрымливалося шмат. Але молоко при уживании коровами такого корму отрымливалося горким. Причем для человека борщевник оказался еще и небеспечным. При солнечном надворье его сок выкликает достаточно мощные опеки. Теперь это инвазивная растлина, которую можно встретить не только на палетках, но и у леса. 5 мест всего в лесничестве на учете состоит 0,68 гектара. Вот. Ну, к концу года, я думаю, территорию уменьшим, ну, за счет того, что уже 3 года активно боремся с борщевиком, что, ну, дает свои результаты. Сегодня наибольш эффективный способ борьбы с борщевником Сосновского – химичная опрацовка. Причем робить это необходимо до того, как насенье окажется у земли, где оно может заховываться до 8 годов. Там, где это махчима, земли уводятся у севооборот. Это перешкаджая росту новых рослин. Централизованно из областного бюджета были выделены средства на химическую обработку и его уничтожение. Был заключен в апреле месяце договор со Жлобинским районным отделом по чрезвычайных ситуациях, и они успешно провели эту работу по химической обработке борщевика Сосновского. В этом году для борьбы с борщевником Сосновского с бюджета Гомельской области выдаткована больше, как 43 тысячи рублей и еще 9 тысяч для снищения сумника канадского. Эти сродки размеркованы помеж сельскими советами и сельскохозяйственными предприемствами. Все остальные землекористальники повинны знищать инвазивные растлины за уласный кошт. При этом за непринятие мер по регулированию их распаусюджвания предугледжены значные штрафы. Правда, в этом году площади, которые занимает борщевник, на Гомельщине не увеличились. Что тычется запланованных на этот месяц работ по его снищению, то зараз яны выполнены на 75%. Ситуация с борщевиком Сосновского Гомельской области, она контролируемая. На этот год у нас зарегистрировано около 59 гектаров борщевика. Где-то это 250 мест по области, в разных частях области. Все сейчас как раз у нас подошел вот этот период, когда растения борщевика достигли зеленой массы такого размера, которая хорошо поддается и восприимчива к обработке гербицидами. Олег Сентюров, Ганна Каральчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель со Жлобинского района.